от водки выгодно или нет, давайте прикинем, посчитаем. Ну и руководствоваться мы будем несколькими критериями. Критерий первый, и как считают очень многие, основной, это медосбор. Ну и критерий второй, это общий доход, который может быть от нашего отводка. Вот такая будет тема сегодняшнего видео. Ку-ку. Ку-ку. Ну и первый критерий выгоды, это, конечно же, медосбор. Некоторые отводки я объединял, это там, где матки не облетались, я объединял с теми отводками, где матки облетались. На некоторые отводки я просто ставил вторые корпуса, и два отводка работали на один верхний корпус через ганемановскую решетку. Ну и сейчас давайте посмотрим один из отводков. Я взял на выбор, просто вот первый, что мне попался. Ну и заодно поставлю пчелоудалитель, чтобы завтра не заниматься трусаниной всякой. Сейчас поздний вечер, поэтому я, конечно же, немножко дымну, потому что сейчас вся летная пчела находится у нас в улье. Маску пока не одеваю, но она у меня на голове. Сейчас у нас 17 августа. Один раз подсолнух я уже откачивал. Это будет вторая, как бы, качка. Итак, смотрим. Здесь я не разгонял отводок прямо на все 24 рамочки. Здесь сейчас стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 рамочек. Ну, так, чтобы немножко им с запасом было. Ну и вот берем первое. Вот такая вот хорошая рамочка. Это завтра я ее заберу на откачку. То есть все то, что в верхнем корпусе, я заберу на откачку. Ну а потом, когда уже отцветет подсолнух, когда я буду совмещать всех в один корпус, тогда я буду смотреть, что еще можно забрать с нижнего корпуса. Вот такую вот рамочку можно забрать. Здесь открытого расплода нету, печатка уже на выходе. Ее здесь немного, то есть вторая рамочка. Вот третья рамочка, вот такая. И это все как бы отводки. Вот это вот вощинка, прекрасно потянули. Это те отводки, которые я делал как бы в июле месяце. И вот они вот так поработали. Вот, тоже пойдет на откачку. С одной стороны и с второй стороны. Так. То есть вот это все из верхнего корпуса я буду забирать. Тоже на откачку. Верхушка печаточка, остатки печатного расплода. Так, ну вот еще вроде бы не полная, но довольно-таки увесистая. Сейчас уже такого активного взятка нету. Свежего нектара практически нету, поэтому можно смело все забирать. Вот. Так, еще одна вот такая вот. Тоже пойдет на откачечку. Так, ну, здесь как бы пустая. Итак, из данного отводка завтра я буду забирать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамочек. Некоторые полные, некоторые неполные. Если рамочка полная, она может быть от 4 до 5 килограмм. Ну, так как рамочки неполные, то возьмем в среднем 3,5 килограмма в одной рамочке. Итого получается где-то 28 килограмм меда. Но это я еще не заглядывал в нижний корпус. А из нижнего корпуса, мне кажется, тоже можно будет забрать, ну, каких-то рамочки 2, 3, 4. Завтра посмотрим. Вернее, не завтра, а когда я буду уже сгонять всех в нижний корпус, это уже ближе к осени такой серьезной. И тогда еще посмотрю, что можно будет у них там забрать лишнего. Если не будет, остановимся на вот этом. Хвою.
Ну и не плавно, а резко переходим к критерию второму. Это общий доход, который может быть от нашего отводка. Итак, одна семья в нашем регионе может принести 60 килограмм меда за сезон, это не считая акации, то есть майского меда. Ну, рапс и акация. Это я беру главный взяток подсолнух. Вот. А из одной семьи можно сделать еще два отводка, которые принесут где-то по 30 килограмм меда. То есть, в общем, получается, что отводки принесут у нас так же, как принесла бы одна семья. Ту часть, из которой мы делали отводки, я не считаю. Потому что, если там матка старая, понятно, что они по меду не доберут. Поэтому я считаю только вот эти два отводка, которые можно сделать из одной семьи. Дальше. Из вот этих отводков можно сделать весной пчелопакеты и продать их по 1200 гривен. К 1800 гривен, которые мы можем заработать на меде, мы добавляем еще 1200 гривен. Итого у нас получается 3000 гривен. Это мы можем заработать с одного отводка. Можно было посчитать, конечно, и без калькулятора, но если он под рукой, почему бы не воспользоваться этой опцией? Дальше. Давайте размышлять логически. Вот мы сделали отводок. Кто-то скажет, ослабили семью, не доберете по меду. Но если семью не ослабить, то она попросту разроится, и мы по меду вообще можем получить фигуру из трех пальцев. У меня был такой случай, когда я вижу, что из семьи выходит рой. Я снимаю этот рой, сажу отдельно в улей. Та часть, которая осталась, я делю еще пополам, оставляю в одной части маточник, в другой части маточник, и из одной части еще выходит рой. И к медосбору у меня получается, что приходит вот такая вот семья. И меда они ни себе, ни мне не принесли. Так что в чем выгода? Проще было, как мне кажется, сделать два отводка. Ну или хотя бы один. Теперь, если мы, скажем, не собираемся продавать наши отводки на пчелопакеты, что будет с ними дальше? А будет с ними следующее. На следующий сезон эти отводки станут полноценными семьями, которые принесут нам, что? Правильно, 60 килограмм меда. Пчелка моя. Моя красавица, сразу видно. Еще один момент. Благодаря отводкам мы можем получить большое количество молодых маток. И заменить матки в семьях там, где матки старые. Ну, добавим на вот эту сумму еще 200 гривен. Это средняя стоимость такой себе матки. Еще один плюс для отводка. Ну, скажем, у нас в одном корпусе находится два отводка. Из одного мы забираем матку и меняем в семье, там, где у нас находится, скажем, старая матка. А вот эти два отводка мы объединяем, и у нас получается одна средняя семья, которая принесет нам меда как одна средняя семья. Ну, это где-то 60-50 килограмм. То есть, получается, что мы как бы ничего и не теряем, но даже и получаем. То есть, в какой-то семье мы заменили старую матку на молодую. Итог. Отводки – это хорошо или это вселенское зло? Ответ на этот вопрос каждый даст себе сам. Но лично для меня отводки – это they're good, так как благодаря им, во-первых, я могу поменять маток, во-вторых, я могу уйти от роения, ну и в-третьих, я могу увеличить резко свое крылатое хозяйство. То есть, чтобы вы понимали, если у вас, скажем, 50 ульев, за один сезон без ущерба для медосбора можно сделать трах-бах и 100 ульев. Еще одно. За последние 7 лет я не покупал ни одного пчелопакета, ни одной матки, ничего. Все это благодаря отводкам. Не то чтобы я кого-то отговариваю, но мне лично не понравилось покупать пчелопакеты в последний раз.
Вроде бы приходит пчелопакет, 4 рамки печатки, пчелы, матка, вот такая вот лазит. А к осени остается фигура из 3 пальцев. И меда они наносят, ну, разве что себе. А мне же тоже нужно. На этом буду заканчивать свое видео и пойду посмотрю, что же там с моими любимыми отводочками. Подписка, лайк. Дизлайк не надо. Вот так. Вот так. Ай, отводочки мои, ай, отводочки. Некоторые обводки, отводки. Ту часть, которая остается в семье, я не считаю, потому что если там матка старая, понятно, что семья ослабит. Ту часть, в которой остается матка, ту часть, из которой мы делали отводки, я не считаю, потому... Ту часть, из которой мы делали от... Тысячу... Можно было посчитать, конечно, да, 1800, которые мы можем заработать по меду из отводка, мы плюсуем к те 30 килограмм, которые отводок принес в тот год, который мы его... И сюда же добавляем... И сюда же мы добавляем те 30 килограмм, которые отвел... Пасеку можно увеличить за один сезон. Ну, не на 3, не в 3 раза. Трух-бах! И станет у вас 100 ульев с пчелами. А вы... Кстати, пойду посмотрю, что они там делают. Мои любимые отводочки.